Здравствуйте! Сегодня я готовлю домашнюю лапшу. Вот я отвариваю курочку. Делаю сразу поджарочку. Вот у меня уже блинчики жарятся. Все это я вам потом покажу, как я это делаю. У меня блинчики толстоватые, у меня внуки любят, тонкие я не делаю. Все это я вам потом покажу, как я делаю лапшу. Готовлю. Все очень вкусно получается. Лапша и борщ — это у меня любимое блюдо у детей. Они очень любят лапшу домашнюю. Суп лапша. Борщ любят. Блинчики, так это вообще или с вареньем, или со сгущенным молоком. Вот. Завожу я 2 яйца, молоко, соду гашу с уксусом. Все это я вам покажу. Вот, и они такие у меня не тоненькие, ноздреватые. И очень-очень получаются вкусненькие. Ой! Очень вкусненькие. Так что все это я вам потом покажу. Сейчас я готовлю обед. Смазываю сковородочку. Вот. И наливаю тесто. Все это я вам потом покажу, мои хорошие. А пока до свидания.